Неожиданный отказ. Московский арбитражный суд не удовлетворил требования Сургутской администрации по иску «Газпрому». Город рассчитывал на то, что корпорацию обяжут провести реконструкцию газопроводов. Эта мера позволила бы снизить в них давление, вместе с тем и сократить минимально допустимые расстояния вдоль магистрали с нынешних 200 до 50 метров. Тогда, наконец, разрешилась бы ситуация сразу с десятком дачных кооперативов, которые расположены в опасной зоне и все еще находятся под угрозой сноса. Подробнее Светлана Славкина. Как и многие сургутские дачники, Юрий Никифоров практически успокоился после прямой телефонной линии с президентом летом 2017-го. Тогда поднимался вопрос о сносе строений в охранной зоне газопроводов, и глава государства потребовал оставить людей в покое. И вот теперь вновь тревожные новости. Арбитражный суд Москвы отказал администрации Сургута в удовлетворении иска о принуждении «Газпрома» провести реконструкцию газопроводов и понизить в них давление. Это значит, что минимально допустимые от трубы расстояния останутся прежними. 200 метров. А в этом радиусе находится более 200 дач, которые по закону должны быть снесены. Исковые требования истца направлены на легализацию ошибочно принятых ранее администрацией решений по выделению участков для садоводства с нарушением минимально допустимых расстояний до опасных объектов газового хозяйства посредством внесения неприемлемых изменений в технические характеристики газопроводов-отводов, влекущих за собой фактическую их неработоспособность и причинение ущерба многочисленным энергопотребителям района. В споре о том, кому же в свое время земля досталась незаконно, дачникам или «Газпрому», суд все-таки защитил интересы компании. Но старожилы Сургута настаивают, когда садовые кооперативы только начали строить, давление в трубе было гораздо меньшим. В 79 году Юрий Никифоров, как молодой геодезист, лично принимал участие в формировании дачных участков. Тогда, говорит, охранная зона не превышала 100 метров, и ее и соблюдали. Да мы сразу появляться на 79. В 81-м нам уже решение Совета министров пришло. О чем? О том, что нам разрешено, ограничений там не было. Стройте дачи. Были ограничения по площади, по-старому, 25 квадратов. Так они же за свой счет судебное решение. Я могу копию дать, все. За свой счет снести свои дома. Своей рукой себя угробить так. Из почти десятка дачных кооперативов, расположенных вблизи газопровода, больше всех пострадает Прибрежный 1. Там под угрозой 82 участка. Сегодня людям, уже получившим судебные решения о сносе, предлагают варианты, как обезопасить себя и свое имущество, по крайней мере, на ближайшие годы. Предлагается написать заявление и через суд получить рассрочку на выполнение уже полученных судебных решений сроком на 3-5 лет, допустим, с формулировкой в связи с отсутствием финансовых средств на выполнение судебного решения. Получив такое решение, граждане на время вот этих 5 лет, они получат законную возможность не исполнять решение. И я думаю, что за 5 лет мы к какому-то окончательному решению этого вопроса придем. Что касается решения московского арбитража, то, по мнению юристов сургутской администрации, отказ вынесен по формальному признаку. Его обязательно будут оспаривать. Сейчас готовится апелляция. Светлана Славкина, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.